Дешевый проезд в общественном транспорте Германии будет, но только в следующем году. Федеральное правительство транспорта и местные министерства договорились о преемнике билета за 9 евро в месяц. На его финансирование правительство выделит 1,5 миллиарда евро в год. Столько же должны предоставить федеральные земли. Все регионы согласились с этим условием. У немецких компаний возникли проблемы с производством пива из-за нехватки углекислоты. Эксперты подтверждают, что проблема действительно серьезная. В связи с этим первые пивоварни сократили ассортимент своей продукции и сосредоточились на изготовлении основных сортов пива. Но из производства убрали только специальные сорта, оставив самые популярные. Поэтому у покупателей нет причин для паники. Углекислый газ необходим пивоваренным компаниям для наполнения пустых бутылок пивом, чтобы вытеснить кислород. Компании по вывозу мусора в Германии столкнулись с острой нехваткой водителей. Дефицит кадров существовал и раньше, но сейчас проблема становится катастрофической. Мусор в отдельных случаях просто некому вывозить. Мусороуборочные компании требуют снизить барьеры для рабочих из-за границы, которые желают трудоустроиться в Германии. Кроме того, необходимо улучшить цифровизацию при обучении водителей. Некоторые занятия вполне можно проводить онлайн, что позволит ускорить и облегчить обучение. И о здоровье. Ученые провели новое шоколадное исследование. Они хотели проследить, как какао, миндаль и темный шоколад влияют на маркеры риска ишемической болезни сердца. Выяснилось, что эти продукты позволяют снижать уровень плохого холестерина. Максимальная польза прослеживалась при употреблении темного шоколада в сочетании с миндалем.